Здравия желаю. Вот я нашел пружину. Вот это и есть, вот так вот ток движется в проводе, чтобы вы знали. А то, что там пишут физики-то, вранье. Вот, значит, ток когда идет, вот он. Вот даже маленький. На этой трудно ее взять, так тяжелая. Вот маленькая. А маленькую не видно. Ну вот, значит, она. Пружина, вот он ток идет. Так, вот видите. Так, давлю. Если я передавил сильно, так, передавил сильно. Значит, у меня вот она не пускает, то есть сопротивление. Не пускает она. А потом стоит мне отпустить, допустим, через реле, раз, и она, видите, назад идет. Ну вот большая также. Ну большую трудно показать. Ну вот, растянули ее. Вот. То есть. Уберу. Понятно было. Вот пружина, значит, вот. Сжимается, вот он идет. Сжимается. Стоит его отпустить. Раз. То есть туда-назад и сюда-назад пошел. Вот. Разжался. Еще раз. Вот сжимается. Вот идет ток. Видите? Сжимаю. Прервал, допустим, через реле. Раз. Он туда пошел. Откуда и шел. То есть я отсюда его давил. Я вот отсюда его давил. Вот. Вот так. Так вот непонятно. Сейчас. Вот. Это неудобно показывать. Но все-таки постараюсь. Вот я его давлю. Значит, вот отсюда. Вот, конец. Это... питание вот. По одному проводу идет. Второй провод это только, как говорится, это. Ноль. Нулевой. И вот он сжимает, вот, сжимаю, видите? Сжимаю. Вот. Сжимаю. Отпустил он назад. То есть вот счетчик назад пошел. Понимаете? Если сопротивление большое, то есть пружина вот, он вот так и идет кольцами ток. Вот это вот модель, как идет ток в проводе. Кругами он идет по пружине, но разное может быть, расстояние может быть, пружина растянута. Когда сильный ток, сильный, допустим, напряжение, и мощность большая, он, значит, пружина мощная, когда, значит, слабый, он вот растянутый. Вот и модель. Ну, так и знаете, а не то, что на физике, на уроках физики. Вот эта модель и есть. Вот из этого состоит электрический ток. Вернее, вот так вот он движется. Так вот, кольцами. По пружине. Не прямо, не зигзагами, как показано, а кругами. Вот. Так. Круги могут быть короткие. Могут быть длиннее. Разный ток, разное напряжение, разная сила. Но вот эта модель тока. Вот когда я понял это, что это модель тока, вот сейчас уже, это вот недавно до меня дошло.
А до этого работал электриком, не понимал этого всего. Да я и не думал. И вот сейчас тут понятно, вот берите пружину и думайте, что делать с ней. Чтобы она там назад шла, чтобы она не тратилась. Вот по этой модели и думайте, сочиняйте. Вот то, что я и делаю сейчас. То есть изучайте работу пружины. Я сейчас почитаю. Ну вот она еще, видите. Если он натянулся туда, а потом его опустить, видите, какая сила. Вот это самая индукция называют. Обратный ток, реактивка, вот она. Все. Все вот здесь. Вот это модель тока. Вот, зная модель тока, можно создать любые двигатели. Изучать надо. Вот сейчас буду изучать. Вот эту пружину надо изучать. И кто хочет создавать эти бестопливные, изучайте пружину, работу пружины и поймете, как.